Массаж стоп. Наносим масло на руки. Растираем. Наносим на саму стопу. Начинаем от пятки и заканчиваем пальцами. Далее делаем захват. И производим растирание стопы. Растерли, проглаживаем. Далее производим разминание. Захватываем ногу, делаем разминание от начала пяточной кости. Разминание производим большим пальцем. Проходим по медиальной части. Далее проходим по центральной части, по мышцам сгибателям пальцев, по подошвенному апоневрозу, захватывая крепление основных мышц стопы. После этого переходим к массированию мышцы, отвечающей за сгибание мизинца, а также за его отвод. Для более глубокого продавливания мы используем вес собственного тела. Выполняем проглаживание. Далее, начиная от пяточной кости, проходим продавливающими движениями двумя большими пальцами. Как вы видите, это стимулирует работу сгибателей пальцев. Выполняем поглаживание. Следующая вариация разминания. Проходимся кулачком. Можно в более интенсивном темпе. Проглаживание. Меняем сторону, становимся сзади. Выполняем поглаживание. Далее. Делаем разминание в районе области пяточной кости кулачком. Данное движение выполняется, будто мы косточками рисуем круг. Продавили, выполнили проглаживание. Далее делаем растирание. Поглаживание. И завершаем массаж легкими вибрационными движениями. Массаж стопы окончен. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также задавайте ваши вопросы в комментариях. Всем пока!